Здравствуйте, друзья! Я вам говорила, что у меня большая коллекция гортензий. Сегодня села, подсчитала, одних метельчатых гортензий на 61 сорте. Я просто уже спуталась, уже не стала потом проверять, но я думаю, что у меня даже их побольше. Не считая, что еще, смотрите, это древовидные гортензии, пильчатые, вот пильчатая блюберт, это крупнолистная Love You Kiss, и еще много, не считая всех этих. Ну и буду вас знакомить с некоторыми сортами. Сорта, которые у меня были в прошлых годах, я вам знакомила, в принципе, рассказывала, как обрезаю, как что. В этом году у меня много новинок. Любители гортензий много о них говорят, но мало кто видел в глаза. Хочу вот именно сегодня показать серию BS. Она, ой, Green, Be Happy и Be Super. Еще у меня новинки. Вот это Lime Sparkle. Расскажу попозже о ней. Серия Pan. У меня, наверное, 5 штук серии Pan. Некоторые зацветают. Но, в принципе, на каком периоде они как выглядят, буду показывать. Ну и вот пишут, что это новейшая серия Be. Как они у меня выглядят. Вот посмотрите. Я ее получала. Это из европейских питомников были. В маленьких, по-моему, даже с открытой корневой системой они у меня были, все вот эти гортензии. В принципе, показывала, как я их сажаю в горшки, что удобряла, закладывала удобрение туда осмокот. Вот посмотрите, Be Green, как она выглядит. Наросла, наверное, сантиметров уже 50. Green сама о себе говорит то, что у нее будут зеленые цветочки. Видно, что они небольшого размера и зеленые. Вот просили пока снять. Они у меня в таком виде еще не цветущие, но буду показывать в течение сезона. Вот чем, может быть, у кого-то есть Be Green, и вы поделитесь. У нее зеленый лист и такой более гладкий. Если у остальных шуршащий, прям слышно. А тут очень такие прямо стоячие, крепенькие побеги. Я и оставила 5. И вот смотрите, видно зеленые цветочки. Они еще не распустились, конечно, покажу в цветущем состоянии. Но, может быть, под этим видео напишут еще, у кого есть такие гортензии. Пишут, что они не очень высокие. Но, опять же, много что пишут, а никто их наяву, как бы, знаете, не видела видео, чтобы показывали эти гортензии. Вот такая Be Green. Теперь смотрите, Be Happy. У разных производителей на подворье читаю, что это низкорослый кустарник, 55 сантиметров. Где-то пишут 1,50 м. Но Be Happy, счастливая пчела. В общем, тут листья более округлые. Более округлые, такие вот шершавые. Если у Be Green, они более гладкие. Рядышком стояла с другими гортензиями. Она вот Be Green, кстати, не подвержена клещу. Она такая более вот крепенькая, хорошо выстояла. Также и Be Happy. Стволы немножко краснеющие, но она зацветет. У нее, я там чувствую, закладывается бутон. Но попозже, потому что она пришла ко мне совсем таким корявым малышом. Вот тут один побежек. Вот один побег, но я как вам говорю, что я срезаю все в ноль. Вот я срезала как бы в самый низ. Она мне 3 побега выдает. Пока сантиметров 30, но я думаю, что зацветет и буду вам рассказывать. И какой рост у нее, потому что, говорю, все говорят, но чудо такого мало кто видел на самом деле. А это Be Super. Она должна быть краснеющая. Рост тоже я читала где-то о росте, так как она должна выглядеть, но, знаете, когда у меня 60 сортов и больше, поэтому тут запутаешься. Пока она у меня первый год, наяву не видела, вот как увижу, тогда буду представлять, как она выглядит, тогда описание. Но пока вот такая тоже. Смотрите, 4, она была таким более, ну, маленьким каким-то кочеряшкой такой. 4 ветки оставила, и все закладывают бутоны. Но наросла она сантиметров 25 в горшке, не больше. Посмотрите, стартанула больше всех. Вот видно, Be Green, да?
Но она тоже процветет. Буду смотреть, каким она сразу, как бы что-то видно, что что-то зеленое вот тут вот такое. Но листья тоже более округлые, и листья другие. Надеюсь, где-то я видела, кстати, по листикам, по вот этим сравнивала картинку, видела в интернете, как она цветет. Красиво потом набирается такой красноватый цвет. Такие же были темно-зеленые округлые листья. В общем, вот такие пока новинка серии Би. Даже точно не могу сказать. По-моему, это голландской селекции. Новинки голландской селекции. Некоторые пишут, что это новинки 21-22 года. В общем, вот такие. Следите за выпусками. Буду показывать все три новинки. Должны процвести. Буду свое мнение, в общем, о них рассказывать. Скоро покажу пан из серии пан. У меня 5 штучек. Вот это зацвел пандалус. Все они низкорослые, можно выращивать в контейнерах. В принципе, понравился мне пандалус. А это пандора тоже зацвела, она более округлое соцветие. А это, смотрите, Magical Lime Sparkle. Маленькие цветочки, как звездочки. Немножко такие, даже как-то пропеллерообразные. Ну, в общем, покажу в следующих видео. Я ее не обрезала, а как бы оставила, как маленький а-ля штамбик. А-ля штамбик. Вот такие ажурные соцветия. Небольшая такая гортензия. Еще я вам говорю, что у меня 61, спуталась я уже на 61, больше не стала проверять. Буду показывать свои и старички, и новиночки. Уже цветает у меня полистар. Вот в таком она виде. Что-то, да, кстати, бубони записала. Уже вижу, что ошиблась. Уже 62 сорта, значит, у меня гортензии. Еще что-то вспомню, допишу. Вот. Это граффити. В общем, и старые сорта, я их все черенкую. Если установлю сорт, точно они цветут по сорту, значит, черенкую, буду кому-то предлагать. В общем, вот такие новинки. До свидания и до новых красот!